2019 год. Стамбул, Турция. Совершенно секретно. Личное дело. Фархата Дурдыева, главный агент секретной службы DGSE. Характеристика на сотрудника секретной службы DGSE. Имя – Фархат Дурдыев. Кличка – Лупоглазый, он же Четырехглазый. Был завербован в 2018 году. С 2019 года – старший помощник младшего агента секретной службы. Истинный агент. Характер труслив, сладострастен, большой шарлатан. Страдает капролалией. С друзьями и коллегами по работе отношений не поддерживает, необщителен, беспощаден к своим врагам. Шизофреник. В связи с тем, что он страдает зоофилией и некрофилией, родители выгнали из дома. Из-за болезни энуреза не был замечен в женском обществе. Также по причине болезни гидрофобии с ним можно общаться только в противогазе. В результате того, что ему нравится нюхать запах собственного и чужого пердежа, большинство времени находится в коленно-локтевой позе. Провальный спортсмен, очень жаден, любит кушать на халяву, вследствие чего сдает всех без особых проблем. Младший оперативник DGSE в своем рапорте отметил, что при встрече в кафе он доедает и облизывает даже его тарелку. Как агент, проявил себя выдающимся работником. В связи с этим в 2019 году его повысили в должности старшего помощника младшего агента.